Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня я нахожусь в Московском мюзик-холле по приглашению своих друзей Эдуарда и Екатерины на шоу «Замок иллюзий» Эдуарда Гилазарова. Меня зовут Анна Ершова, корреспондент Московского вестника культуры. Давайте мы сейчас с вами обратимся ко зрителю и узнаем о их впечатлениях. Это шоу очень чудесное, все такое неожиданно. Я смотрела, даже забывала моргать тогда. Не знаю, как они это все делают, но делают это шикарно. Первый раз на этом шоу, и мне очень понравилось. Мюзик-холл просто, ну, очень интересно и очень динамично. Костюмы красивые, вообще эти вот все, и танцы, и постановка, и фокусы. В общем, все сразу. Вот я был на многих представлениях, да, здесь вообще, но вот это вот... А что вы можете конкретно отметить именно в этом представлении? Ну, вот эти все трюки, вот где в основном там будут основные наши. Екатерина, Эдуард, вообще молодцы, вот прям они делают это шоу. Последний фокус как-то не очень понял, мне он очень понравился. Ну, для вас, для юного зрителя, оценили, интересно? Ну, да. Это ярко, это синтез, это, ну, наши костюмы, да? Но это было впервые. Это было действительно впервые, и я таких программ в Москве не знаю. Надеюсь, что... Она пойдет, она зарядит, и зритель обязательно оценит, и будет с нами много-много сезонов. Лет. И лет тоже. Спасибо, Платон. Влад, какие были ощущения, когда состоялась новая программа, и ты был к этому причастен? Ну, ощущения новые были. Все по-новому, все заново. А то, что касается трюков, фокусов, для тебя это какое-то было открытие или ты знаком с ними? Ну, я хоть и знаком с ними, но все равно каждый раз для меня это интересно. Здорово. Прекрасное шоу, превосходное, красивое, прекрасные костюмы, красочное. Эмоциональное и очень доброе, да. Эдуард держит зал фантастично. Сумасшедшее. Заряжает очень и передает свои эмоции. Совершенно сумасшедшее. Все буду рекомендовать, чтобы пришли на «Замок иллюзий». Просто понравилось безумно. Такие обалденные артисты, такие костюмы потрясающие. Фокус, вот эти вот номера, которые, ну, это достойно Копперфильда, просто на самом деле. Нас так потрясающе, зрелищно, массово, так профессионально, вообще просто шикарно. Эдуард Гилазаров так вырос в моих глазах, он стал настоящим иллюзионистом, у него столько трюков интересных. А вы с ним знакомы? Ну, конечно, конечно, я же знаком со всеми в этом мире иллюзионного жанра. Я же бывший самый лучший иллюзионист России, это сейчас я уже... Ого! А раньше-то я, ох, это они все со мной знакомы. И вы, со своей стороны, как профессионал, оцениваете это шоу на... На 9 баллов. Почему на 9? Потому что если скажу 10, то ему некуда будет расти. Еще один балл, и вообще будет супер. Мы оставляем такой небольшой зазор для Эдуарда, чтобы ему было к чему стремиться. Ну, а сегодня мы ему скажем браво, я думаю. Мы ему скажем трижды браво. Эдуард, Катерина, вы супер, поздравляю вас. Замечательное настроение, актеры молодцы, такой отдачи, позитивное, здорово. Как говорится... Обманываться рады. Сегодня вы обманулись на все 100%? Конечно, с удовольствием. И это, я думаю, здорово. Давайте обманываться именно так и никак иначе. Поразили. А чем? Своей артистичностью, яркостью и самобытностью. Ну, я был поражен, мягко говоря. Главный герой был классный. Все номера были четкие, особенно финальный номер. Прям очень-очень понравилось. Это прям шоу было для него. Вот. Ну и девчонки с мюзик-холла, они просто прекрасное оформление ко всему этому. Скажите, пожалуйста, вот лично вы, ваши отношения, это же ваше детище, правильно? Да, это наше второе детище. Одно детище у нас дома, такое маленькое, ему годик находится. А это второе наше детище, которое... С каким вообще настроем вот к этому всему вы подходили? С боевым? С боевым, с фантастическим, с фанатическим и вот два. И с любовью. И агрессивно тоже. Ну, без агрессии. Куда без этого? Брутальти. Это брутально. Просто я что хочу сказать, если кто это видел, передавайте всем друзьям, всем родственникам, чтобы приходили, чтобы говорили. И, кстати, мы сейчас едем во Владимир, прекрасный город Владимир. Там будем выступать с этим шоу. И хочу сказать, чтобы все приходили. Радуйтесь, мы живем. Трудимся для вас всех, друзья. Ребята, я желаю вам дальнейших успехов.
И с вами была я, Анна Ершова, корреспондент Московского вестника культуры. Спасибо. Удачи!